Сразу удостоверение приготовлю на дверь. Да. Что запись идет? Здравствуйте, можно еще раз к вам? Да, заходите. Да. Здравствуйте. Вот интересный очень получился у нас с вами разговор. Мы сейчас можем даже продолжить его. Да, я хотел бы... К чему вы нас здесь сейчас призывали? Чтобы мы спрятали маски. По такой цене? Я вас не призывал. Нет, вы нам предлагаете, вас... чтобы мы не обеспечивали наше население масками. Чтобы мы их лучше припрятали и чтобы люди у нас были незащищены. Я вам предлагаю поставить на них адекватную цену. Это для начала. Цена неадекватная. Почему другие аптеки, Samsung и другие, у меня есть чеки, продают по цене 5 рублей за штуку? Вы торгуете 15 рублей за штуку. Если вы считаете, что это адекватная цена, то понятно. Значит, ищите по адекватной цене, не торгуйте по такой цене. Вчера президент об этом сказал откровенно, что это вы, люди, которые владеют аптеками, наживаются на беде, на болезни людей. Это уже здесь не вопрос закона, здесь вопрос моральной стороны, этической стороны. Вы понимаете? А вы... К чему вы подвигаете эту ситуацию? К тому, чтобы был конфликт с населением, потому что торгуют в соседнюю от вас 200 метров аптеки 5 рублей, пачка 5 штук, 25 рублей стоит. Я только сейчас купил их в Самсоне. А вы торгуете 45 рублей 3 штуки. Ну это как? Да, потому что там другая закупочная цена. Ну вот ответьте, пожалуйста, журналисту на эти вопросы, пожалуйста. Пусть, чтобы мы понимали вашу позицию. Потому что то, что вы кричали и шумели, это не агрессивный подход к решению вопроса. Так не решаются вопросы. Можно было по-человечески поговорить, объяснить. А вы кричите, шумите и агрессивно себя ведете. Нет, вы меня обвиняли в том, что я не подчиняюсь нашему президенту, его распоряжению. Вы нас сейчас обвиняете. Я вас ни в чем не обвиняю. Вы сказали, что я нарушение, что мы завышаем цены. И призывали нас, что по такой цене лучше спрячьте и уберите. Маски с реализации. Я вас ни к чему не могу призывать. Нет. Я не являюсь контролирующим органом. Призывали. У меня сейчас есть свидетели. Да ну это на здоровье. Вы можете обвинить, что я еще домогался до вас. Вы сказали, что я лучше бы их вообще... То есть я должна сейчас не обеспечивать наше население. Вы по такой цене вы не должны обеспечивать наше население. Это вопрос к вашему руководству, не к вам. Вы исполнитель. Поэтому, пожалуйста, не берите на себя функции законодателя. Вы исполнитель. Вам дали по этой цене. Нет, вы лучше скажите, что я не могу отвечать на такие вопросы, потому что я некомпетентна. Закупками занимаюсь не я, а мое руководство. Но я вот сказала, что с моей стороны нарушений нет. У меня есть накладная по закупочной цене. К вам никто нет завышения. Я обязан, сделав покупку, известить вас. Я пришел, просто известил вас. А я сказала, что сделал покупку. Я вас что, обвинял, что вы должны... Я вам сказал про этическую... Да, вы нас обвинили в том, что я должна была убрать с реализации эти маски. У меня сейчас есть свидетели. Да, на здоровье. На здоровье. Да. Мы не на следствии. Причем тут свидетели? Мы говорим о моральной стороне вашего подхода к этому. Ну, то есть вы сейчас мне говорите, чтобы я маски с реализацией убрала. Ничего и я пусть, вам... И пусть население будет не... По такой цене вы... Найдите по нормальной цене, а и по этой цене не торгуйте. Вот сейчас мы продадим и, возможно, может быть, найдем. Какая будет цена, нет, я не могу. Нет, вы не должны продавать. Конечно, вы должны... же, отдел закупок занимается этим вы вопросом найти... и будет искать по наименьшей цене. Но вот на данный момент я у поставщиков вообще ни по какой цене не вижу, значит, к сожалению. Этим вопросом занимается антимонопольный комитет. Мы не, ну, они сейчас являются... с моей стороны какие нарушения, пожалуйста, я хочу в письменном виде узнать. У вас нет нарушений, у вас
моральный подход, этический к этому вопросу. Сейчас, какой, вы понимаете, какой сейчас у меня нарушение по закону вы ничего не нарушаете. Знаете, есть таксисты, которые в Москве, когда, не дай бог, чтобы не повторилось, был взрыв в метро, люди раненые выходили, и они на такие цены начали там накруживать. Вот их всех вычислили и наказали. Не по закону, как по-другому. А вы сейчас делаете то же самое. Вы наживаетесь на болезненных людей. Не я вы, не но я не говорю, что вы. Не поймите меня, те, я кто, не нажимаю, те, не наживаюсь. Вам, те, кто вам дал установку торговать по такой цене, если бы не было... Какая установка? Ну что за установка? Ну почему другие? Такая же маска, почему в других сетях? Ну у меня закупочная, другая производитель. Значит, другой, отправьте с этим вопросом нас к своему руководству. Но не надо кричать. Конечно, и говорить о том, что мы вам тут диктуем? Мы вам ничего не диктуем. Мы пришли. Да, вы мне сказали, чтобы я убрала, да ничего, чтобы я лучше не обеспечивала. Лучше, хуже. Это абсолютно такие термины, ни к чему не обязывающие. Я вам что, акт на вас составил или написал объяснительно? Да это на здоровье. Я могу вам как человек. Сейчас что снимаете меня? Куда что дальше снимаете? Да, естественно, снимаю. И на взгляде будет опубликовано то все, о чем мы с вами говорим. И ваши слова не забудьте. Да, население будет не обеспечено масками. Я не представитель власти, я представитель общественности. Вы поймите разницу. Я вам ничего не могу диктовать. Я могу зафиксировать факт и передать это в антимонопольный комитет. Все, это все мои вы функции. Должны, но мы же отчитываемся каждый день по ценам, по наличию масок. И это может вам сказать любой. У меня есть накладная, есть закупочная цена, есть наценка, которая не превышает. Вас разве кто... Хорошо. Но сейчас что? Я вам могу даже сказать. Вы мне инкриминируете? Ничего вам никто не инкриминирует. Просто ваше отношение. Но вы для чего сейчас вот эту вот сцену сейчас? Для того, чтобы показать ваше отношение к покупателям, к вашим людям. А какое у меня штучки? Три штучки. Упаковка, правильно? Да, совершенно верно. Потому что они есть еще по одной Баллы, спасибо. Есть наша карта? Нет. У вас? Оформили? Не надо, спасибо. Еще раз спрашиваю. Да. Три штуки. Мне может цены устанавливать. Не, вопрос к вам не вопрос. Вопросы совсем другого плана.